Жители Алматинской области отмечают День независимости не только красочными и широкими гуляниями, концертами, ярмарками, прочими развлекательными мероприятиями, но и запуском важных социальных объектов. Так, в сельском округе Куптал Панфиловского района в канун одного из главных праздников страны в рамках госпрограммы «Саламатты Казахстан» вторую жизнь обрела сельская поликлиника. Поликлиника почти 45-летней истории в капитальном ремонте нуждалась давно. Теперь уже обновленное, уютное, теплое учреждение здравоохранения смогут посещать свыше 13 тысяч жителей округа. На капитальный ремонт старой поликлиники из областного бюджета было выделено около 79 миллионов тенге. А услуги населению оказывают около 80 медработников. В том здании планируется, что у нас прибавятся еще новые специалисты. Кардиолог у нас будет свой, невропатолог будет свой, потому что детский невропатолог, в частности, нам очень нужен. Ну и в связи с новым веянием, как везде, надо поставить хорошо профилактическую работу, чтобы потом было меньше больных людей, меньше лечить. Нам нужно очень хорошо поставить профилактическую работу. Мы думаем, что мы с этого и начнем. Поликлиника предназначена для взрослого и детского населения и оснащена современным медоборудованием высочайшего класса, которое позволит проводить обследование на местах, не выезжая в райцентр. В помощь медикам также имеется две машины скорой помощи и реанимобиль. Первые пациенты уже успели оценить сервис новой лечебницы, охарактеризовав ее самыми положительными отзывами. Больница стала тепло, уютно, светло. Не больница, а просто курорт. И я надеюсь, что персонал в таких условиях будет работать еще лучше. Нашей радости нет конца. Теперь нам не придется ездить в город, тратить время. Все лечение мы можем пройти здесь. И я этому коллективу желаю плодотворных успехов в труде и всем здоровья, чтобы они нас лечили лучше. Обновленная поликлиника теперь в день сможет принимать до 70 человек. Кроме этого, для населения предусмотрен стационар на 20 коек, 15 взрослых и 5 детских. Прием в лечебном заведении будут вести исключительно высококвалифицированные специалисты из числа терапевтов, кардиологов, невропатологов, офтальмологов, стоматологов, хирургов-травматологов и прочих. Также поликлиника располагает отдельными специализированными кабинетами – лабораторной, флюорографической и рентгенологической диагностики. Жибек Турганбекова, Тимур Байбосынов, телеканал «Жетсу» из Панфиловского района.